Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 4 декабря 2021 года. И я хочу сделать обзор печки, которую мы купили для нашей бани. Баня у нас старая. Печка у нас была кирпичная. Вот она осталась стоять. Обратите внимание, какого она черного цвета. Когда мы ее топили, весь дым, вот этот черный угар, выходил на стены печки, стены самой бани. И мы купили вот такую печечку. Она называется Action 16 модель. Она малюсенькая, очень миниатюрненькая. Вот так красиво смотрится. Выглядит прям как миниатюрный камин, совершенно крошечного размера. Но действительно очень функциональная. Сама печка Action 16 стоит в среднем 14 400 с чем-то, ну 14 500, меньше 15 тысяч. Очень экономная по дровам. То есть, заложив туда дрова, они как в камине, не как в печке, а как в камине, немножко как тлеют, очень медленно прогорают. То есть, экономия по дровам колоссально большая по сравнению с обычной печкой. Что дальше идет у печки? У печки есть вот такой вот, как это назвать? Воронка, в которую заливать водичку, если вы хотите париться. Сама печка черного цвета вот такая вот аккуратненькая, небольшая. И к ней отдельно мы покупали бак. Мы купили на 25 литров, оптимально на 40. 25 литров бак обошелся в 4100 рублей. И трубы для подсоединения дымохода где-то 1500. Вот таким образом из этого бака вода быстро нагревается. Поэтому лучше брать не 25 литров, а 40 литров. Потому что если вы начинаете топить баню, у нас баня большая сама по себе, по размеру она очень большая. Поэтому есть вариант, что вода в баке уже закипит, а баня еще не прогреется. Поэтому, возможно, мы со временем заменим на бак в 40 литров. Просто нас двое, на нашу семью хватает 25 литров. Вода нагревается очень быстро, нагревается в кипяток. Вот таким образом, через вот такую подводку она поступает через шланг. И можно сюда поставить таз, ведро. Это идет кипяток, там буквально 90 градусов. Это вот один ковшичек и потом еще пол ведра холодной воды для того, чтобы помыться. Процесс вот этого закипания вот этой воды происходит достаточно быстро. На сегодняшний день это еще недоделанный вариант вот этой печки. Это мы только ее установили и, собственно говоря, просто опробуем. Но уже помылись, потому что баня нагрелась, в бане теплый воздух. И единственный минус, вот эта черная часть вот печки, сама печка, она покрыта какой-то краской. Вот эту краску мы сейчас, собственно, выжигаем. От нее идет какой-то специфический синтетический запах. Не жуткий, не угара, не такой, чтобы вот прям пластмассы паленый, плавленый, но противный. Поэтому мы сейчас вот эту печечку протапливаем вот таким образом очень аккуратненько, для того, чтобы прогорел вот этот вот покрытие, которым была покрыта вот эта печка. У камина чугунного нашего примерно то же самое происходило. Он тоже, несмотря на то, что чугунный, был покрыт чем-то таким специфическим. И первые несколько дней этот прогорал вот этот вот покрытие, уходил вот какой-то неприятный запах, потом это все прошло. Вот, делаю этот обзор для того, чтобы люди могли вот так же, если мало ли кто-то, например, хочет как бы вариант, может быть, даже на лето, маленькая банька, вот, на мой взгляд, быстро, все вместе, в общем-то, получилось с баком, с трубами, в районе 20 где-то тысяч, 20, 21, 21 500, ну, то есть, ну, это же все-таки рынок, то есть, можно найти дешевле. Action 16, сама модель печки, маленькая, аккуратненькая, можно установить, вот я не знаю, куда угодно можно установить. По сравнению с тем, какая у нас до этого была печка, то есть это вот кирпичное устройство, куда мы дрова закладывали в печку. Рядом на кирпичном постаменте стоял бак с водой, который надо было нагревать, и мы этим занимались вообще целый день. С утра начинали, к вечеру заканчивали. И вот такие черные стены там, где печка работала, дымила, тяга была плохая, то есть ее было тяжело раскочегарить, чтобы она вообще горела. И перестраивать, переделывать кирпичную печку, это не 5 минут. Вот эту печку мой муж установил буквально за пару дней. Ему пришлось только сбивать фундамент старый, чтобы она поместилась по размеру. Тут был залит цементом перед печкой, постамент такой был. То есть
Основная работа у моего мужа ушла не столько подключение самой печки, сколько именно подготовительная часть, сбивать вот этот цементный пол для того, чтобы поместилась по размеру вот эта печка. То есть, на мой взгляд, очень экономный, очень функциональный, быстрой в установке, простой. Но опять-таки дымоход у нас врезались в старый, в свой, ну как бы понятно, да? Что если бы это было как в доме камин, нам пришлось еще выводить трубу на улицу, это более хлопотно, мы нанимали мастеров, не справиться было. Вот, в последующем баню мы собираемся переделывать, сейчас она у нас в такой, в разрухе. Тут у нас было тоже вот строительные материалы, сауна такая, ну как бы парилочка такая, вот закрытая сухим воздухом. Но минус был только вот в самой печке, проблема была сама печка, которая не хотела работать, не хотела тянуть, долго растапливалась, долго надо было топить. И в общем-то весь день уходил на то, чтобы мы растапливали, протапливали, нагревали помещение и воду. И, ну собственно, это очень расход большой был именно дров. Времени, сил, и я, как женщина, не всегда могла с этим справиться сама. Вот, поэтому мало ли кому-то пригодится, может быть, кто-то захочет на дачу такой быстрый, простой вариант. Мне очень понравилось, я очень довольна. Буквально пара дней, и мы уже можем помыться в бане тепло, в бане круто, и это нам обошлось в каких-то там кипячение самого, вот довести его до кипения, вот эту воду, медленно. Сейчас муж именно медленно докладывает дровишки для того, чтобы прогорала вот эта краска. Где-то 2-2,5 часа, и вода эта уже достигла своей температуры. Посмотрите, какая у нас красотища на улице. Все в снегу. Я зиму люблю больше, чем лето. Во-первых, красиво. Во-вторых, воздух обалденный, свежий, чистый. И Барси тут счастливая. Барси, на меня не прыгай. Вот у нас топится камин в доме. Сейчас подойдет. Барсичка! Барси веселится, играет. Вот. С котом вместе. С барончиком они тут подружились, подружались. Вот у нас топится камин. Ой, запах, чистота, красота. Барончик с Барси играют. Тут бегают по снежочку. Да. Барончик с Барси играют. Погодка крутая, классная, ветра нет, морозец вообще такой нещипучий. Просто сказка. Вот такая вот сказка, да. А сейчас мы к камину стройка. Вот стеклопакеты еще надо устанавливать, утеплять полы. Все закупили, материалы закупили. Дай бог времени. Так, Барси пошла фазанчиков проверять. Таким образом у нас выведена труба от камина на улицу. Это нам мастера, которые продавали камин, устанавливали. Мы бы навряд ли бы справились. Ну, то есть там такая конструкция достаточно серьезная. Но камин функционирует. Сейчас мы закупили батареи, обычные, как в городе, батареи, трубы, металлопластик. И будем специальную делать проводку по комнатам от этого камина в разные комнаты, проводить батареи. Будем топить один камин, а таким образом нагреваться будут несколько комнат, куда будут проведены вот эти батареи. Про камин я рассказывала, было у меня видео в плейлистах, если кому-то интересно, можете посмотреть. Вот прошел уже год, мы им пользуемся и очень-очень довольны этим камином. Камин у нас чугунный. Вот, везде у нас снежок. Барончику все нравится. Покопать лапкой, скажи. Если вам было интересно это и полезно это видео, не забывайте ставить лайки. Буду рассказывать о товарах, которые мы приобретали, плюсы и минусы, обзор товаров, которые могут пригодиться не только тем людям, которые живут зимой постоянно в деревне, но и, возможно, для, скажем так, тех людей, которые приезжают попользоваться домом в деревне как дачей, да? Летом тоже бывает холодно, и хочется погреться в баньке, попариться, не только зимой. Поэтому оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини и Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!